Россия уже более 20 лет якобы борется за вымышленные идеалы русского мира. И чуть что на танках рвется защищать права русских в соседних государствах. Потом внутри этих государств появляется граница. Секретные материалы решили осмотреть эти непризнанные границы с непризнанными государствами. За станицей Луганской начинается пропасть. 409 километров границы, которую Украина уже больше года не контролирует. Война сместила пограничные посты вглубь страны. Теперь украинские пограничники вынуждены активно отгораживаться от вымышленных республик. Новая и, как все надеются, временная граница проходит непосредственно по линии боевых действий. Передбачают польову фортификацию, в основном из сборных элементов, яка збирається на місці, утворюючи первинний певний захист для військ, щоб вони могли відбити першу насамперед атаку до надходження допомоги. Построєна в рамках проєкту «Європейський вал» границя в зоні АТО представляє собою три оборонительних лінії. Вона включає в себе систему так званих взводних опорних пунктів. Це місця розташування дислокації наших військ, які складаються з певних споруд і системи інженерних укріплень. Траншеї, перекриті щілини, укриття у вигляді бліндажів і вогневі споруди, а також окопи. Перша лінія – це так називаємий «ноль» – непосредственне місце столкновення. Іменно тут знаходиться найбільше скоплення ВСУ. Сьогодні лінія представляє собою оборонні позиції, окопи і бліндажі. Взводні опорні пункти першої лінії, вони переважно збудовані на тих місцях, уже дислокації переважно наших військ, так, з точки зору вигідних позицій, і вони мають справу з безпосереднім зіткненням з ворогом. Звісно, якщо буде серйозна навала і доведеться відходити, то відхід спочатку здійсниться на другу лінію, а потім на третю. Вторая лінія обустройства нової границі – огневі точки. Тут несуть службу погранвійська вместе з армійцями. Це не має вишок і паркану, він не має сенсу. А навпаки, це закопані споруди. На третій оборонительній лінії со временем планують установить серйозні інженерні сооруження, які не дозволять ворогу продвинутися вглуб країни. Но поки що цей етап тільки в проєкті. На участке україно-російської границі, яку контролюють бойовики, теж строяться оборонні редути зі сторони Росії. В Ростовской области начали показательно отграждаться от придуманной в Кремле Новороссии. Всего вдоль границы, которую и так единолично контролирует Россия, возведено 40 километров заграждений и вырыто более 100 километров рвов. Эти инженерные укрепления должны обеспечить стабильность Донского края, а также пресечь незаконный оборот оружия, пояснили в погрануправлении. Также показательно Россия отгораживалась и от других оккупированных территорий. Такую же границу Кремль нарисовал и на карте Грузии. Въезд в оккупированную Кремлем Абхазию из Грузии наглухо закрыт. Как говорится, граница на замке, а ключ от замка потерян. Уже многие годы попасть в оккупированный Кремлем грузинский курорт можно только через Россию. Российская граница с непризнанной Абхазией находится в паре километров от Адлера. Попасть в республику, война в которой завершилась 23 года назад, можно двумя путями – на автомобиле или пешком. На автомобильном пункте пропуска десятки экскурсионных автобусов. Туристы из Сочи и Адлера въезжают в Абхазию. Республику, застывшую во времени, но с красивой природой, горными озерами и чистым морем. Возле КПП несколько киосков с едой, автостоянка для транспорта и ряд платных туалетов. Местные зазывалы рассказывают, что жителей непризнанных ДНР и ЛНР в Абхазию пропускают по внутренним украинским паспортам, а всех остальных граждан Украины только по загранпаспортам. Луганск, Донецкая область, вообще внутренними паспортами проезжаете. Да? Внутренними даже, не обязательно загран.
А те, которые Украина, уже дальше, там, Харьков, Днепропетровск, они только за граном проходят. Они как уже отделенные республики считаются, Луганск, Донецк. Мы их пропускаем только там. В самой Абхазии, по признанию нашего собеседника, российских солдат в разы больше, чем абхазских. Граница на замке, российские войска стоят и абхазские. Российские войска базируются очень во всех районах, городах. Воинские части у нас по контракту и так воинские части. Гудаута, в основном Сухуми, поселках есть даже воинские маленькие части. Мы решаем пешком зайти в Абхазию. На подходе к таможне большая очередь, но движется она быстро. Формальная проверка паспортов на входе в таможенный пункт. Небольшой коридор, заходим в пункт пропуска и натыкаемся на пограничников. Ребята, давайте сюда. Не найдя ничего противозаконного, нас пропускают дальше. Обычная процедура проверки паспорта. И через несколько секунд секретные материалы в непризнанной республике. На обратном пути из Абхазии в Сочи на собственном примере почувствовали, что значит жить в стране беззакония, где каждый таможенник мнит себя вершителем судеб. На таможенном пункте у всех, кто не из России, забирают загранпаспорта и просят объяснить, что они делали в республике и сколько дней там побывали. Вчера пришли мы. Как докажу, я не буду ничего доказывать. Ну а как мне тогда убедиться? Да каждый день прохожу. Тогда я буду требовать регистрацию, так не будешь никогда. У нас миграционную карту забрали при пересечении границы. Таким образом, мы оказываемся в законодательной ловушке. Приехали в Абхазию пару дней назад, но доказать это практически невозможно. А нам как поступать тогда? Вам тоже регистрация нужна. Ну, смотрите, а где получать? Где вы были, там и получать. Отделение милиции. После того, как абхазский пограничник узнал, что мы якобы из Донецкой области, он начал интересоваться, почему мы не воюем за ДНР. Смотрите, молодочек, вы же не ставите штамп о въезде, правда? Нет. Вот, мы приехали 2 дня назад. Штамп вы не поставили? Вот, ну, как бы, мы вам говорим, мы приехали 2 дня назад. Мы тут долго не задерживались, мы должны уезжать, у нас короткий отпуск, мы должны домой ехать вообще. Мы хотели просто увидеть, нас водитель уговорил поехать. Что домой ехать? Что там делать? Да, потому что если отпуск, не воюете, то что там делать? Тем более с Донецкой области такие ребята там нужны. Не добившись от нас каких-либо пожертвований, недовольный служивый все же отдает паспорта. И по коридору, огражденному сеткой, мы возвращаемся на территорию России. Абхазия – не единственная грузинская территория, которую отжала агрессивная федерация. Южная Осетия. Секретные материалы едут в село Меджурисхеви, которое находится на осетинской границе. Признаки присутствия России здесь заметить несложно. Огромная российская военная база, которую построили на глазах у грузин, по-хозяйски высочится на горе. Проехав немного дальше, мы таки находим пограничный блокпост. Грузинские погранцы разговаривают вежливо и спокойно, но дальше не пропускают. Говорят, там ничего нет. Ну там туда вообще есть смысл ехать? Что там находится? Нет, ничего не находится. Проезд в Осетию здесь, так же как и в Абхазию, закрыт. Выпускают на так называемую нейтральную полосу только местных жителей для работы на огородах. Больше никто даже и не пытается пересечь выдуманный Кремлем рубеж ни с той, ни с другой стороны. Кроме того, эта граница не перестает двигаться в сторону Грузии. В 2015 году Россия захватила часть Каспийского нефтепровода Гуам, прихватив при этом село Хурвалетти, жители которого неволей стали частью непризнанной Южной Осетии. Нам идти некуда, негде пасти скот. Фактически лишили нас средств существования, отобрали все. Между Приднестровьем и Молдавией граница открыта. Приднестровскую Молдавскую республику за долгие годы признали только такие же непризнанные Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Между Молдавией и Приднестровьем пограничные посты возникли еще в начале 90-х. И уже 20 лет, как никто другой, чувствует разделение страны молдавские деревни, которые оказались на рубеже с непризнанным Приднестровьем. Это деревня Фарладани. Она находится на правом берегу Днестра, но является молдавской. Чтобы попасть туда, нужно проехать блокпосты с БТРами и пограничниками. Всего в паре километрах от молдавского села Фарладанов находится приднестровский город Бендеры,
Поэтому люди вынуждены ходить на работу из Молдавии в Приднестровье. В Приднестровье у нас очень много людей работает, очень. Ну, на полсюда. Они у себя в стране, но вынуждены каждый день с паспортами пересекать выдуманную границу. Между двух огней оказались и эти люди. Там трасса, там граница, а с той стороны наша дорога. Село Дородское, молдавская территория. Огороды у этих селян уже в Приднестровье. У них забрали отцовские земли и запретили на них работать. Как заблокировали с обоих сторон. И наши, и чужие идут по карману. Ага. Мы не очень чувствуем себя нормально. Помощь России слишком дорого обходится народу, на чью землю ступает нога кремлевских миротворцев. Простые люди остаются без жилья и работы. А Кремль, даря этим территориям псевдонезависимость, на самом деле изолирует их от цивилизованного мира. Там вместо обещанного Кремлем рая возникают только военные базы.